Пёсик Рэй. После возвращения домой волонтер наблюдает за его переменами. А когда волонтер Людмила Чернецкая сказала, что она все же за Рэем едет, и уже звонила хозяйка, что он по-прежнему ничего не ест, мы поняли, семейное счастье для Хвостика не свершилось. Но надо сразу было забирать, а они все ждали, думали, привыкнет. А теперь опять велосипед приедет, только на собаку стал похож и опять скелет. Ну кто ж знал, все хотели как лучше». А Рэй приехал, только собака совсем другая. Что случилось, не знаю. Вроде и люди неплохие, но что-то не то. Поведение совсем не то. Тихим стал. Еще у него рвота костями. Опять понос. А как тогда женщина его нашла. От еды отказывается по-прежнему. Думает, волонтер что-то скрывают. Когда она хотела его забрать, так говорила, подождем до понедельника. Тут резко сама позвонила и сказала, забирайте. Ясно только одно. Его тоже надо везти в больницу. И как бы нам не пришлось делать контрастный рентген, если дальше есть он не начнет. Если костями покормили, ему сразу могло стать плохо, и то он не тосковал, а непроходимость, предположили мы. Но волонтеру сказали, что он не ел с первого дня. Это потом они кормили его лапками и головами в качестве лакомства, чтобы он хоть немного покушал. Посмотрим, что будет дальше. Пока полечит хозяйка немного, может, все пройдет. Не знаю, что-то все равно странное в этой истории. Как вам кажется? Мы задали вопрос Людмиле. В целом, он сейчас в своем вольере, что просто лежит по-прежнему? Нет, он по территории ходит. В вольере лежит, но сильно тихий. Видимо, боится опять, что куда-то отвезут. Что-то в нем не то. До отъезда он не был таким. Но может, нужно пару дней, чтобы стало все на свои места. Да, поймет, что дома, вспомнит. Главное, чтобы кушал, рассуждала хозяйка сельского приюта. Но не прошло и суток, как пришли другие новости. Веселье началось. Еле сегодня разняла Рэя с Ачиком. Если бы Влада не было, конец бы был Ачику. И то спасло, что когда Рэй делал перехват, схватил за ошейник. Ачик тем временем выпрыгнул из него. Людмила Чернецкая такой злобы у него еще не видела. И за Боря сегодня бегал. Ну, Боря его доставал всегда, конечно. Его не надо выпускать к ним, у него что-то с психикой из-за этой поездки. Да, Ачи вроде тоже приставал, как бы это был у нас не второй пират, который просто невменяемый пес, который не слушается никого, и, естественно, его нельзя было выпускать к другим животным. Да, Ачик ко всем пристает, но Рэй действительно невменяемый, на меня начал рычать даже. Ну что же, будем как-то приловчаться, но выпускать вместе после сегодняшнего нельзя, делает вывод волонтер.